очень важно показывать молодежи, что не только общественность работает с тем, чтобы предупредить эту проблему, не только международная организация, но и государство готово помогать, готово работать с молодежью. Весь день у нас был расписан по минутам. Очень продуктивные и интенсивные проходили занятия, очень интересные спикеры. Сегодня к нам приезжали представители УКБ ООН и рассказывали нам про беженцев и в контексте торговли людьми. И я, в свою очередь, поменял отношение к этой проблеме и к беженцам. Мне понравилось больше всего это ролевая игра с Евгением Булкой, потому что это формат, который я могу интегрировать в свою работу с детьми, так как я учитель.